Доброе утро! Сейчас 6 июня 2040 года. Подтвердите, что вы на самоизоляции. Разблокируй бутылку. Договор о разводе. Подпиши, пожалуйста. Бери! Целиком! А что это за хрень? Ну бери же! Михалыч! Театр переходит в цифровой формат. Прогресс не остановить. Лучше бы я тебя 20 лет назад не сказал! Лучше бы я 20 лет назад тебя не встретил! Мы что, умерли, что ли? Уважаемый! А какой сейчас год? 20 и еще один 20. То есть мы в прошлое перенесли, что ли? Это же тот самый день, когда ты мне предложение сделал. Хороший вам день. Ведь я в тапках! Я тебя не догоню! Предложение будешь делать? Да. Актриса? У меня тоже жена актрисой была. Я же не вы. Слушай меня внимательно. В это сложно будет поверить. Ты – это я из будущего. Ты из будущего. Ну вот видишь, я тоже волнуюсь немного. Девушка, Саша, забудь про нее, понял? Она мне ножницы к горлу приставила. Про этого вообще молчу. Он же конченый, он же неадекватный. Мы такими не будем. Жень, они дрались. Ты идиот. Проблема в том, что вы влюблены. И когда этот туман рассеется, вы поймете, что вы ни хрена друг про друга не знаете. Так мы узнаем. Я вытираюсь твоим полотенцем. Что?